Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Так, подержите, пожалуйста, бабушка. Подержите, пожалуйста. С Днем Ангела! С Днем Ангела, да, закрывайте дверь. Милостивый красивый. Слава Богу, спаси Христос. О, дорогая баба Ниночка! Её нашёл. Да снимай. Вон там, верхняя часть сразу. Направо, правее, правее, две сразу. Так, ну что, не знаю, туда-сюда. Ну, сюда, потом туда, давай сюда. Нина, из ветра да, можно чисто? Не надо. А можно, можно вообще-то. Только миска не бери. Какая красотища. Куда, откуда же они? Зима же, на улице-то. Зима же. Где вырастили-то? А тортик. Ой, вообще, без подобного. Чем? Ну, слава Богу. Спаси, Христос. Ой, у меня аж по телу дрожь пошла. Дрожь по телу. Такое бывает, нет у вас? Я бы тебе сказала, да уж ладно. Ну ладно. Сна-то нету сегодня, всю ночь не было, как на свадьбу готовились. Я что думала вообще. Я говорю, Мария, ну как свадьба? Ну надо было вчера хоть сказать. Вчера. Глянь, какую красоту фотографируют. Бабушке 80 лет. Не подумаешь. А? Чё? Нельзя говорить. До 17 надо сказать. Ну ничего, не обманешь, не обманешь. У нас 80 свечек, это многовато, 80. Бабушка, мы. Мам! Ага. Без свечек обойдешься. Так а вот они. Нет. Надо зажечь. Ну, надо 80. Все ради тебя, все бросила и вперед быстрее. А я что-то, не помню, сейчас я вспомню, что я вспоминала. Ой, это, я даже не, нормально не оделась. Ой. 80 лет не могла нормально. Ну некогда, телефоны. А у тебя правда некогда, давай. Михаил. Гаевой передавал всем поклон. Живая была, дай бог, да? Да. Ну, поставите вот, и все, она как раз светит. Вам симпатичная, это живое дерево. Это каланхойка. Каланхой. Понял. Ясно. С каланхоями будем разговаривать. Так, дальше что? Вот так вот на солнышке, да, пускай стоит? Угу. Ну-ка, стойте. Уже на меня плюют. Уже плюнули. Разглаживает. Да. Морщины разглаживают. Пластическую операцию делает. Так я не успела. Местного значения. А то вода побежит сейчас. Это есть тряпка? Снизу подложить. Ну, а что он что делает? Это вообще было просто. Это было любимое блюдо. То есть у нас дома вот не было такого, а вот у нее было. Вообще бесподобно. Я бы кильку могла взять, а? А я сейчас подарю кильку, у меня есть килька. А это не то уже. Ну надо так. Килька с макаронами. Так надо было сказать, я бы сделала сейчас круто. Вот точно надо было сказать. Кильку мы тебе в мясоед будем есть. Манты с кильки, да? Нет, ты держи, вот так, ага. Пониже, вот так, вот. А я держу, не дам ему. Нет, ты снимаешь или на видео? Все нормально стоит. А это за цветами, ее не видно. Thank you.
они как бы далеко, да, но вот сейчас вот есть возможность вот так раз и передать. Вот взяли все и передали вам. Тут приезжает такой этот, как называется? Курьер. Служба. Курьер. Курьера. Да. Волонтер курьер. 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 И вот, пожалуйста. Вот забрались куда, и все равно это попадает сюда. Да. Все попало. Нет, январь месяц. Да. Да. И дороги. А... По дороге, нас, дороги нас нормально, на вертолете. А вы же вчера слышали, нет? Не слышали эту жужжу вечером? Нет. Не слышно? Нет. А я занималась стиркой, не слышно было. А сейчас вышла ну, утром уже. За молоком, смотрю, говорю, кто? Ой, наверное, это подарок. Да. От Себастьяна. Да. Спасибо, Христос, Себастьян. Дай мне. Я думаю, ты хорошее вино сначала, спасение. То есть, ну, как по-евангельски. А когда упьются уже, тогда да, уже да. Похуже поставим вот эту. Нет, ты сама, что тебе нравится? Нет, все как общее. Все ну, как общее. Ну, общее, я говорю, нет, но... Нет, как мы... все, как, желание, как все. Ну, все вместе будем. Мне все равно. И так голосуем. Да. Без этого раз. Давайте. Все голосуем, а кто-нибудь один специально не голосует. И вот все из-за него мучаются. Нажали бы голову, голова кашу. Да нет, ничего. Не надо. Я жду, пока... Подожди, ты сейчас деда хочешь сказать? А, или... Все, ладно. Давайте. Ну, говори. Варлан, говори. Искренней радости, счастья в судьбе я пожелаю сегодня тебе. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам долгих лет жизни. Здоровья, радости и счастья. Спасибо, Христос. Поцелуй, вы такие у тебя открытки. Давай. Открытка-то где, Варлан? Вы что? Маленький. Готовила. Маленький, он какой уже Бабынину догоняет. Так, покажи. Ты лучше вот. Всех на свете, надо было прочитать. Ух, я ты, говорю, прочитать ты лучше всех на свете. Там еще что-то есть? Нет, Варлан, открой. Там много. А, ну я там читай. Много. Читай. Ну, почему давай. Я объясняла? Так ты прочитай. Искренней радости, счастья в судьбе я пожелаю сегодня тебе. Он уже вот прочитал. Да, он уже прочитал. Он закрылся. Да. И вам тоже всего доброго. Ой, ну, да. Ну-ка, следующий. Симпатичнее. Тетя Нина, поздравляю вас с днем рождения. Скажу тебе, слегка смущаясь, что я тобой восхищаюсь. Ну давай, целуй тетя Нину. Восхищаюсь. Что я, говорит, тобой восхищаюсь. Нет, а до этого еще. Ну что-то там, скажу тебе, смущаясь. А еще раз напрочитайте, надо еще раз. Где? Конечно, чуть не скажу тебе, слегка смущаясь, что я тобою восхищаюсь. С лопатой наверху, понятно, восхищаюсь. С тобой. Пушисто и тепло в метель и холода. Нам стать друзьями повезло и дружба навсегда. Друзья. Да, я вижу, как вы бегаете один за одним, как в школах бегут. Молодцы. Хорошая зарядка у них физкультура. Спаси Христос, все побежал, прекрасно. Ух ты. Друзья, так, дедушка теперь. А там еще все? Все, да, все. Книжки. Ну, я в качестве такого стихотворения, в качестве пожелания, что ли. Когда тебя освобождают в неведомых руках, когда нужда тебя заставит роптать в неведомых тисках, остановись тревожным взглядом на лике страждущего Христа. И как покажется пуста твоя печаль с Христовой рядом. Когда в варенье до конца подношет тяжкость, словишь силы, и малодушного Творца запросишь отдыха могилы, взгляди на крест Христовый ты, и духом павший в ног воспрянешь, и в миг роптать ты перестанешь, сравнив его и свой кресты. Когда душа твоя истерзана страданием, а грудь полна тоской, безумной тоской, склонись пред тем с горячим упованием, кто кротость и любовь, забвение и покой. Откинь в уме своем возникшие сомнения, молись ему как раз покорности ему, и он подаст тебе слезы примирения и силы на борьбу с суровой судьбой. Да, да, слава Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ага. Слава Богу. Вот от внуков из деревни Гарри. О. Да. Баба Нина, я тебя поздравляю с днем, говорю, тебе сколько лет исполнилось? Я жду, что ты приехала с пирожками. Я хочу очень попробовать твои пирожки, а не с тем, с капустой или с картошкой. Я с картошкой люблю. Пока. Это я Дима. Это я Дима. Пока, Баба. Ладно, тетя Ниночка, не плачь, держи. Да. Утешение тебе.
если будешь утешаться. О, я не могу, ну вы... Ну, юмористы вообще бесподобно. Целая так еще на сколько лет хватит, а? Да, помоги, да. Господи. Нет, спасибо. Это очень, это дорогого стоит такое поздравление. Да. Конечно, все настоящее. Глеб, отец Глеб, надо же, так вот отец Михаил, отец Никола, отец Глеб, вот троечка была такая. Дорогая наша баба Ниночка, тетя Ниночка. Так, ой, давай-ка посмотри в камеру, держи котор. Ой, держи удобно. И смотришь. Thank you.